Посмотрим на состав хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Душан Танич. Лас Ян Хюнтова. Можно выходить вперед, бей! Тут нужно было просто попасть, а он не попал в створ. Игра только началась, пока еще не все получается у игроков, но сейчас, конечно, нужно было забивать первый мяч в этой встрече. Сим Де Йонг. Душан Тадич. Сим Де Йонг. Лас Ян Хюнтова. Важно сделать навес. Офсайд этот парк. Хорошо мяч перехватили в атаке. Мастерски сыгран.